Приветствую вас, дорогие зрители, на своем канале. Вещать сегодня будет Jedi 46, и в этот раз я бы хотел показать вам один довольно интересный бой на крейсере Салем. Сразу уточню, что тут не будет гайда по кораблю или детального разбора боя, да и я бы не сказал, что в этом сражении проявлял чудеса тактики. Для описания этого боя скорее подойдет сравнение Салема с лисой в курятнике. Это именно то сражение, где корабль по максимуму раскрывает свой огромный ДПМ, а противники получают моментальные наказания за свои ошибки, не в силах что-либо противопоставить ему. Да, и больше интерес тут представляет скорее та ужасающая скорость, с которой американский крейсер уничтожает своих оппонентов. Но я думаю, спойлеров уже достаточно, и лучше оставлю вас смотреть это сражение в компании динамичной музыки. Приятного просмотра! Intelligence data. Torpedoes dead ahead. Dead ahead. The ship is on fire. Anti-aircraft gun crews are on full alert. We've sunk an enemy destroyer. Aircraft gun crews are on normal alert. Enemy cruisers sunk. Enemy cruisers sunk. Our team
taking the lead. Crews are on full alert. Torpedoes to port. Our team is taking the lead. Destroyed. Problem solved, sir. Yeah!
Dead ahead. Direct front. Torpedoes, direct front.